5 мая свой рабочий день уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева провела в Славянском районе. В течение дня уполномоченный и ее сотрудники провели ряд встреч со славянцами, главной темой которых стала безопасность и защита детей. Тему продолжат мои коллеги. С самого утра уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева совместно с главой района Романом Синеговским провела прием граждан. Большинство вопросов было связано с последствиями разводов, когда родители определяют место жительства детей и порядок общения с ними. Не всем удается сохранить семью, но люди должны понимать, что перестав быть мужем и женой, они навсегда остаются для своего ребенка мамой и папой, считает Татьяна Ковалева. Не надо сейчас детям доставлять вот эту боль, эту ненормальность, когда дети вынуждены маму осуждать. Сохранность вот их, знаете, вот и нравственного, и морального состояния, психологического состояния надо обеспечить. Вот вы, как любящие люди, должны понимать, что когда вы плохо говорите о матери, даже если она этого заслуживает, в первую очередь это попадает вот рикошетом к ребенку. Кроме того, славянцы обращались с вопросами по опеке над детьми, лишению родительских прав, признанию инвалидности ребенка. Вопросы заявителей были рассмотрены. Все они получили разъяснение, а также им была оказана юридическая поддержка. С какими бы проблемами ни сталкивались люди, обращаясь за помощью, самыми лучшими защитниками детей, считает Татьяна Ковалева, должны быть не уполномоченные, не прокуроры, не полицейские, а родители, папа и мама. Ведь именно их ответственность является залогом счастливого и безопасного детства для ребенка. Сегодня известно, что большинство тех противоправных действий, которые совершаются в отношении наших детей, они происходят тогда, когда дети остаются без надзора взрослых, когда остаются один на один с опасностью. Поэтому главная задача наша – предупредить родителей о том, что они должны быть бдительными, внимательными, заботливыми, а самое главное – любить своих детей не просто на словах, а на деле, предъявляя к ним и требования разумные родители, но в то же время их оберегая и заботясь о них. После приема уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае провела совещание с педагогами района, чтобы обсудить реализацию обеспечения и защиты прав и законных интересов детей в образовательных учреждениях. Ведь именно первый учитель, а после классный руководитель – пример для детей. Большую часть своего времени дети проводят в школьных стенах. И часто примером для подражания, авторитетом являются именно учителя. Здесь особое внимание мы уделили анализу и обсуждению тех проблем, с которыми сталкиваются несовершеннолетние, по каким вопросам наиболее часто нарушаются их права, какими способами их необходимо восстанавливать, а самое главное, каким образом можно предупредить нарушение прав детей. Завершился рабочий день Татьяны Ковалевой встречей с родителями, где разговор шел об актуальных вопросах воспитания детей. Как известно, подростки – активные пользователи интернета. С одной стороны, всемирная паутина – мощный инструмент для познания мира. С другой, далеко не вся размещенная там информация несет пользу. Чтобы обезопасить своих детей, очень важно быть внимательным к ним. Нужно дружить с ребенком, вовлекать его в дела семьи. Это залог того, что при возникновении проблемы ее сразу можно обнаружить, уверена Татьяна Ковалева. Я сейчас привожу слова нашего любимого писателя и поэта Сергея Михалкова, автора гимна Советского Союза, а затем и России, который сказал: «Сегодня дети, а завтра народ». Но вот чтобы наши дети завтра народом стали, мы сегодня должны с вами приложить максимум усилий. Завершая встречу, Татьяна Ковалева отметила, что воспитание – процесс непрерывный. Родители должны посвящать себя детям. Ведь от того, что каждый из нас вложит в воспитание своего ребенка сегодня, будет зависеть то, насколько благополучным будет наше завтра. В народе существует присказка: «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Именно эту простую истину и посоветовала Татьяна Федоровна взять за основу каждому родителю. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».